В поселке Серебряный Бор сдан в эксплуатацию очередной многоквартирный дом в рамках республиканской адресной программы по переселению граждан из ветхого аварийного жилищного фонда. О новоселах наш следующий сюжет. Ну вот, значит, у нас, посмотрите, пожалуйста, трещина вот в потолке отходит, потолок, стена отходит. Дом ведет и образовалась вот такая вот трещина. Надежда Фишер, почтальон третьего класса с дочкой Кристиной, проживают в однокомнатной квартире деревянной постройки 1979 года. За долгие годы дом дал просадку, вследствие чего появились трещины в стенах, щели в оконных рамах и полах. Среднесуточная температура в квартире ниже нормы. Дома все-таки старые, уже очень много лет простояли наши. Ну и, конечно, хочется побыстрее уже переехать, чтобы уже жить в комфортных условиях. Жители поселка в торжественной обстановке поздравили вице-премьер Якутии Игорь Никифоров, первый заместитель главы района Артем Фирстов и глава Серебряного Бора Станислав Будуев. Счастливые новоселы осмотрели свои новые квадратные метры и остались довольны. Ну вот сегодня нам выдали ключ, вручили ключи. Мы прошли, посмотрели, все очень нам нравится, все красиво, замечательно. Надеемся на то, что здесь будет тепло и уютно. И нам, и нашему коту. До конца года компании «Горизонт» и «Созвездие» должны сдать все дома первого этапа 2015 года. Объекты практически готовы к вводу, но, как отмечает сам застройщик, мелкие проблемы все же есть. Бывает, конечно, какие-то вопросы возникают, рабочие моменты, где-то подрегулируют дверь, кран, но это такие мелочи, которые тут же наша компания помогает, устраняет. То есть мы продолжаем в ближайшее время обслуживать, пока какие-то вопросы будут возникать. Администрация поселка планирует до конца декабря сдать в эксплуатацию еще несколько домов в рамках программы переселения, которая завершится уже в феврале 2018 года. Сергей Козюра, Аял Амосов, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.